Всем зрителям, подписчикам, доброе утро. Сегодня будем строить теплицу капля 3 на 4 на таком бетонном основании. Будут грядочки, будет дверь, будет форточка в торце и система подвески. Пока приехали, разложились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, выровняли, закрепили керамику-бетону. Уже собрали грядки, зашили дверь с форточкой, установили отливы. Сейчас будем крыть теплицу поликом. И останется у нас система подвески. Сейчас у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля 3 на 4. С одного торца у нас форточка, с другого дверь с форточкой. И стоит все на бетоне. Вот такой красивый отлив сделан. Сразу поликарбонат 4 мм. 0,7 плотности. Торцы защищены торцевым профилем. Также имеется резиновый торцевой уплотнитель. Каркас теплицы сделан с профильной трубы. 20 на 20, покраска примерно порошковым способом, цвет шоколад. Также сделаны шарообразные грядки, уже землей засыпаются. Есть система подвески, которая расположена согласно грядкам. И есть диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Вот такая отличная капля у нас получилась. У меня на этом все, задавайте вопросы, пальцы вверх, всем пока.